Привет, вы канале Дикая Пума, и мы продолжаем играть в Animal Jam. Сегодня будем мы играть в игры. Я тут немного поднакопила 2000 самоцветов и 38, как они называются, сапфира. И сегодня мы поиграем в какую-нибудь игрушечку. Давайте... Мы в тот раз играли... в лучший наряд, и сегодня давайте поиграем, попробуем поиграть в башенную оборону. Итак, загрузочка. Я уже на легком уже чуть-чуть поднакопила денежек, давайте средний. Тут начало, по-моему, и... Сначала купим вот таких. Один раз я попробовала купить... змею сразу, но потом это была ошибка большая. Надо сначала самых таких дешевых, а потом уже окончательных животных. Забавный факт. Муравьи общаются с помощью химических веществ. Эти вещества предупреждают других муравьев об опасности или ведут их к еде. Прикольно. Да, в этой игре очень много фактов, и... Если что, будем их читать, изучать. И вот сейчас наше растение побеждает муравьев. Ну, это практически похожая игра на растение против зомби. Зомби и растения. Есть такая игрушечка, кстати. Но очень похоже, только тут растение против насекомых всяких. Так, вы сейчас купили лягушечку, и в легкой у меня вообще было 230, по-моему, монет, и их не было уже куда девать, некуда. Старайся не тратить все жетоны сразу, прибереги несколько для экстренных случаев. Ну да. О, мухи пошли, мухи, много мух. Кстати, тут можно вот ускорять действие, чтобы было побыстрее. Чтобы так долго не ждать. По-моему, тут 25 только волн. Если не ошибаюсь, в первом так было, а во втором я не знаю. Посмотрите, как это быстро происходит все. Установи по одному защитнику каждого вида в конце дороги, чтобы справиться с вредителями, если они проскользнут. Лягушка против кузнечика. Это хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас поставим всех. О, это плохо. Надо побольше поставить вот сюда лягушечек. Давайте быстрое ускорение. Восьмая волна пошла. Так, так, это все быстро происходит. И уже девятая. Давайте еще лягушечку. Ой, я не успела. Если тебе больше не нужен защитник, продай его и установи другого на это место. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте тогда купим ящерку. Пока что все идет очень хорошо. Да, можно продать и кого-нибудь заменить. Но пока что все нормально идет. Уже у нас 60, 76 монетки, уже 79. Очень быстрый процесс идет. Монетки быстро копятся. До нашей ящерки еще не дошло. И вот много-много-много. Уже 15-я волна. И опять же забавный факт. Ящерицы едят жуков. Расположи их через дорогу друг от друга, чтобы они целились в одного вредителя. Хорошо. Вот сюда, вот сюда, сюда, вот сюда. Побольше ящериц купим. Такие жуки фиолетовые под цвет ящер. Так, еще на всякий случай вот сюда поставим. Уже не хватает. Ускорение включим. Вот. 17-я волна идет у нас.
Мы побеждаем их. Пишите в комментариях, какая у вас самая любимая игра в Animal Jam. И на каком вы там уровне. Какой у вас питомец есть. Да, в этой игре есть питомцы. За сапфиры продаются. За 50 сапфиров. Я должна накопить, прямо обязана накопить и кого-нибудь купить. Так, забавный факт. Ученые не уверены, почему на скорпионы флуоресцируют под ультрафиолетовым светом. Не знаю. Змейки нужны. Змейки. А, змейки, змейки. Я не поставила. Так, вот сюда змею. Вот сюда змею. Вот сюда змею. И вот сюда. Ой, вот сюда хотела поставить. Вдоль дорожечки. Вот такие у нас гремучие змейки, если вы заметили. А, надо побольше змеек. А то плохо будет. Ну, зато они успевают пока что, я вижу. Опять ускорим действие. 24-я волна. Не знаю, сколько их будет вообще. Так, тут так быстро все идет, действует. Вот уже 25-я. До 30-й будет. Я так думаю. Или нет. 26-я волна. Уже 128, ой, 130 даже, 140 монет. Все быстро так происходит, что не успеваю считать монетки. И очки у нас уже много очень очков вот тут наверху, в углу. Экран гаснет бывает, потому что я ничего практически не делаю, только покупаю и ставлю на место. Ну, серьезно, я сейчас ничего не делаю, просто сижу, наблюдая за этим происхождением. Вот, все быстренько так творится. 29-я волна. Забавный факт. Улучши двух ящериц напротив друг друга, чтобы увеличить урон. Так. Улучшить. Улучшить. Ух ты! Они стали такими синенькими. Ну, хорошо. Давайте улучшить. Улучшить. Улучшить и улучшить. Больше монет нам не хватает. Включим скоренечко. О! Стало в два раза сложнее. Нас тут даже, смотрите, не успевают. И теперь мы улучшаем наши растенечки. Вот они у нас стали такими желто-фиолетовыми. Скорее бордовые такие. Включим ускорение, как всегда. 33-я волна идет. Опять пошли скорпионы, жуки, паразиты. Так все быстро происходит. Страшно даже, что сейчас кто-то к выходу проскочит, мы этого не заметим. Ого, мы можем сейчас еще улучшить. Не хватает. А лягушка как будет выглядеть? О, царевна лягушка, посмотрите. Такая. Не сильно отличается. 35-я война. Ой, война. Волна. Сколько тут должно быть волн? Я не знаю. Ускорим. И это будет все так длиться долго. Ну ладно, надеюсь, вам интересно смотреть. Вот, посмотрите, как все происходит. Уже 200 монеточек. И, кстати, я улучшила змейку. Она такая голубая, получается. И давайте кого-нибудь еще улучшим, пока у нас есть шанс. Не успеешь тут купить и улучшить, как уже все. Просто берет и деньги кончаются. Так. Это 44-я волна, ребят, смотрите. 45-я уже. Сколько их всего? Не знаю. Улучшить заблокировано пока что.
46-й уже. Вообще, вообще круто. Улучшить. Улучшить. Змеек улучшаем. Улучшить. И тебя тоже улучшить. Улучшить. Посмотрите, как все быстро происходит. Как быстро, быстро. Вот. Медленно. Как все медленно. Они пока туда дойдут. А тут опа. И все. Раз, раз, раз. И их уже нету. Их съела. Съели. 48-я волна. Я даже не успеваю смотреть, какие волны там. Это будет долго длиться. Очень долго. У нас уже... Так, ты не поменяла цвет? Вот, пожалуйста. И лягушки. Лягушки должны поменять цвет. Улучшаем наших лягушек-квакушек. Лягушка-царевная. И, походу, пошли пауки. Или они уже были? Я что-то не заметила. 50-я волна. 50-я. Заметьте, как это долго. Ура! Уже, уже. Мы получили шлем-куздечка. И мы закончили. Нет, спасибо, это было долго и утомительно. Нет, спасибо, мы в следующий раз как-нибудь сыграем, а то играли очень-очень долго. Очень долго. Давайте отправимся домой. И еще, ребят, я играла в игру. По-моему, вот сейчас покажу. И она называется «Контактный бассейн». Я там много фактов открыла про подводных жителей. Там много... скаты, еще какие-то звезды, медузы. И вот что я выиграла. Да, открыла все факты. Плюшевый мечи хвост такой. Это все игрушки. Плюшевый морской огурец. Плющевый, точнее. Плюшевая морская звезда. Плюшевый морской еж. Это все я выиграла. Ой, какие они милые. Игрушечки такие прикольные. Давайте будет уголок игрушек. Такой уголок игрушек. Все будет в уголке. Звездочку туда поставим. Огурчик. Будем его так называть. Дальше. Плюшевый скат и плюшевый рак-отшельник. Тут все плюшевое. И у нас так много всего. Так. Что это за кнопка? Вечеринки. А, понятно, понятно. Я не знаю, что это такое. Раз. 3974. Самоцветов. Ну, давайте посмотрим. Вот это мы, наш значок. Что мы можем поменять в нашем аксессуаре? Так, с нашими аксессуарами. Как помните, у меня есть такой шарф и бантик. И вот так будем выглядеть с этим. И в первом раунде я выиграла вот такой шлем муравья. Пишите в комментариях, кто вам нравится больше, шлем муравья или шлем кузнечика. Какой-то он слишком странный, как-то неправильно одет. Ну ладно, у муравья правильно одет, а у него нет. Ну, давайте пока что новенький шлемчик вот такой. Что у нас есть еще? Цилиндр, шлепанцы и круглые очки. Ну ладно. Так, откроем все. Идти в магазин. Это маркет одежды. И сейчас посмотрим, что там можно прикупить. Я не знаю. Можно, кстати, купить мебель. Какую, не знаю. Так, шляпки, шляпы, шляпы. Меховая шапка. Наушники со снежинками. О, Федора, что? Так, так, как это будет выглядеть? Я вижу, можно цвет поменять. Ух ты, вот это красиво смотрится. И голубенькие прикольные. Давайте купим... голубенькие. И купим вот такие. Мы купили две пары наушников.
что еще можно? Вот шапочка вот такая есть, кстати. Вот такая. Мы больше похожи на преступника, если честно. Ух ты, вот такой красивый. Супер. Красиво. Мне нравится, если честно. Ну, хочется еще посмотреть что-то и сразу все не тратить. Шапка цыпленка, шапка корова, шапка поросенка, шлем спартанца, смайлик ниндзя. Понятно. Диадема, бейсболка. А какого она цвета у нас? Ух ты! Симпатично. А если мы посмотрим на себе? Так, желтая бейсболка. Прикольно смотрится. И красная тоже. Ну, не-не-не. А диадема? Сейчас мы просто рассматриваем все, что есть. О, какое-то такое темное. Фиолетовое, красное, синее и желтое. Не-не-не-не. Очки. Очки. Очки со счастливой подковой. Очки снежинки и очки для сноубординга. Ну, не знаю. Шелковый шарф. Какого цвета есть? Как он будет у нас выглядеть? Ух ты! Вишневый такой. Розовый. Но если честно, мне больше нравится вот этот. И давайте его купим. У меня много монет. Но не так много. Одежда куплена. Так, что это? Мы можем купить еще... О, трость с улыбкой есть. Английские крылья. Ну, вот эти бумажные крылья в два раза красивее. И какие нам больше подойдут? Фиолетовые, белые, ну, так, серьезно, бумажные крылья, сноуборд, круто, узоры для хвоста со счастливой подковой, угу, просто это талисман удачи, как он выглядит, ух ты, вау, вот этот красивый. Ой, я перелистнула нечаянно. Мне понравился очень вот так. Да, вот такой фиолетовый. Покупаем его. И мне понравился еще голубенький. Купим двойной. Два. Купим вот еще вот такой. Прикольненько. Сейчас домой вернемся все банкроты. Цветочный браслет. Ботинки со снежинками. Бейсбольные бутсы. Дизайнерские туфли. Давайте посмотрим. И вот так мы будем с ними выглядеть. Какого цвета есть? Так, это что-то другое? Нет? Нет? Как грязно. О, вот это посветлее, приятнее чуть-чуть. Давайте вот сейчас, когда розовенькие будут еще раз. Вот. Вот такие купим. А, нет, к сожалению, нам не хватает. Ладно, как-нибудь в следующий раз купим. Вот так мы выглядим сейчас. Да-да-да. Пока что снимем это все. Давайте оденем вот такой. И вот, сейчас оденем все такое розовенькое. Или можно вот одеть такие. И вот. О, красиво смотрится. Можно, кстати, поменять немножечко цвет нашего волка, если хотите. Или лучше не надо. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я чуть-чуть украсила нашу волчицу, чтобы она была другого цвета, переодевала. Итак, давайте еще в какую-нибудь игру сыграем. Так, камнерез давайте попробуем сыграть. Я в эту игру вообще не играла. По названию, значит, надо резать камни. Ну, хорошо. Окей. Давайте первый уровень. Нажми и потяни, чтобы прицелиться самоцветом. Опусти, чтобы кинуть его. Собери три самоцвета одинакового цвета вместе, чтобы разбить их. Разбей самоцветы над фантомами, чтобы убрать их.
Хорошо. Знакомая игрушка, да. Очень знакомая. У моей говорящей Анжели и Томми есть такие игрушки. Такие же. Так, вон наш фан Том сидит. Он нас заждался уже. И сейчас будем его сбивать. Пробовать каким-нибудь образом. Так, раз. Зелененьких тут не видно. Присоединим вот сюда. Ой, голубенький не долетел. О, есть один фантом. Ну, все понятно, но эта игрушка немного скучноватая, если честно, выйти. Повернем экран. Надеюсь, вам было все видно. Когда поворачиваешь экран, немного по-другому. И давайте сыграем в щенячьи истории. Разочек. И думаю, на этом завершим. Так. Идет загрузочка. Легкий. Как играть быстро? Начерти фигуры над фантомами, прежде чем они доберутся на тебя. Если над фантомом несколько фигур, начерти каждую по порядку. Быстро черти фигуру одну за другой, чтобы сделать комбо. Хорошо. Однажды жил да был самый смелый щенок на всей земле. Щенок любил играть, исследовать мир и искать приключения. Но в один прекрасный день... Что в один прекрасный день? Сейчас мы все узнаем. Так, это уровень первый. Опа! Как думаю, надо вводить по экрану. Вот. У некоторых по два даже. Смотрите-ка. Черные существа к нам подбираются, ползут все медленно и медленно. Ну, на каждом уровне все сложнее и сложнее. Вторая глава. Щенок отогнал фантомов, но, увы, пока он был занят, фантомы украли его любимую косточку и забрали ее в свой замок. Ну, какие плохие фантомы. Сейчас мы их одолеем и заберем нашу косточку. Так, раз. Не подходите ко мне. У нас, как видите, ребят, есть жизни, три жизни. Если они к нам ближе подберутся, то нам будет плохо. Эй, это что такое? Это кто такие? Электрические какие-то. О, боже. Кошмар. Не подходите ближе и на шаг. Кыш от меня. Кыш. Нет? Кыш, не подходите. Глаза разбегаются по этим фантомам. Их так много. Фух, мы прошли этот уровень. Глава третья. Оборона фантомов была крепка, но щенок был еще крепче. С мыслями о любимой косточке он пробирался все глубже в замок. Кстати, ребят, от этой игры очень быстро садится зарядка, так что игра очень интересная, но зарядки может не хватить там, чтобы поиграть где-то более 2 часов или даже меньше поиграть. О нет, это что такое за... Чудо! Юда, рыба, кит. Так, еще треугольнички? Да что ж такое? О боже, стрёмно, когда к тебе так близко подходят они. Ой, не подходи ко мне, монстр непонятной породы, хотела сказать. Так, побеждаем. Кружочки. Здесь телефон сейчас не шуршит. Я его стараюсь держать, чтобы он не шуршал. Итак, опять ты. Да что ж такое? Уходи от меня. Подальше, иди отсюда. Эх, кыш. Фух, мы разобрались с ними. Глава 4. В замке были такие фантомы, которых щенок никогда раньше не видел. Какое странное и жуткое место. Обернувшись, он увидел свет, сияющий из тронного зала. Из тронного? Это еще кто? Король какой-то сидит тут. И еще его подданные тут защищают его. Так, это... Кружочки давайте. О, нет. Он, наверное, в 2 раза сильнее. И вот... Так, смешно. Спрятался за свой трон, боится нас. Он до нас хотя бы... Никто до нас еще не коснулся.
Это очень хорошо, это радует. Так, не подходите так близко. Он еще выглядывает, посмотрите, какой наглый. О-о, он к нам так близко подближается, приближается. Так, иди назад, в клетку, в клетку. Еще эти. Вот посмотрите на его наглое выражение глаз. На его наглую моську. Он прям выглядывает с таким злом. Говорит, кто ты такой, зачем ты сюда вторгся? Ну, серьезно, такой смешной. Так, вот. Эй, не подходи ко мне. Не подходи ко мне, кому говорю? Я не люблю, когда меня трогают. Даже подлый принц фантомов не смог одолеть храброго щитка, но косточки нигде не было видно. Внезапно щенок услышал громкий грохот за пределами замка. Это был принц? Ничего себе. Грохот? Что? Еще один уровень? О боже мой, это что за... Это дракон? Это дракон? О боже. Мамочки, спасите. Я могу не справиться. Караул! О нет, он идет, он идет. Не смотри на меня своим одним глазом. Так, 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 так. Кажется, здесь сейчас станет очень жарковато. Будет сейчас жарковато. От его огня очень жарковато будет. А! Да тише, не кричи ты. Раскричался тут. Да я серьезно. Когда я снимаю, не шуршит так сильно. У меня такое бывает. Надеюсь, не шуршит. Напишите в комментариях. И слышно ли вам меня или нет. Так. Вы посмотрите на его глаза. Они уже стали красными. Ты сколько тут уже сидишь? У него глаза такие, как будто он неделю из компьютера не вылазил. Сколько он в компьютере сидел? Так, не подходи ко мне, не подходи, кому говорю. У него все краснее глаза и краснее. Посмотрите, кошмар какой-то. Тебе надо сходить к... Как они называются? Короче, к врачу, который лечит глаза, смотрит зрение. Или одеть линзы там, или очечки. Тебе это полезно. Так что запишись на прием к врачу. И хватит. Надо держать свои нервы. А! Мы победили? Уху, сколько косточек, ура! Круто! Конец. Фантомы были повержены. Маска Фрота Фантома. Спасибо. Были повержены, а щенок получил свою любимую косточку обратно. Ура! Какие еще приключения ждут щенка? Завтра ночью он узнает в своем следующем сне. Это ему все приснилось? Нифига себе! Ничего себе! Ух ты! Круто! И сегодня мы получили много. Много чего купили, получили. Так. Что тут у нас? Щенячья история. 5 сапфиров принимаем. И у нас их 43. И вот такая у нас сегодня игрушечка была. Сегодня вот так мы поиграли. И получили еще вот такой маск протофантома. Ого! Ничего себе! Ладно, пока что мы оставим вот так нашу волчицу. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У нее уже голова закружилась. Спасибо, что досматриваете до конца. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишись и жмякайте на колокольчик, чтобы узнавать первыми, когда выйдет новое видео. И, кстати, спасибо вам за 400 подписчиков. Спасибо огромное, большое-большое спасибо. Я буду стараться снимать ролики для вас. Я очень стараюсь. Монтаж у меня не очень, его практически нет. Но я очень сильно буду стараться. Я обычно стараюсь снимать как настоящий ютубер, блогер. И вот, все. Всем спасибо и всем пока. Увидимся вскоре. Пока-пока.